Совещание депутатов состоялось по инициативе главы Десногорска. Перед наступлением нового календарного года у народных избранников еще остались вопросы, которые требовали скорейшего решения. Один из них – изменения в бюджете Десногорска на 2019 и плановые периоды 2020 и 2021 годов. Общий объем доходов местного бюджета на 2019 год предлагается в размере 540 миллионов 829 тысяч рублей. С общим увеличением на 9 миллионов 390 тысяч рублей. Данные скорректированы по причине уточнения фактического поступления доходов. По этой причине повышены и общие расходы бюджета с 559 миллионов рублей до 565 миллионов. Общее увеличение расходов местного бюджета обусловлено увеличением доходной части за счет увеличения налоговых и неналоговых источников и безвозмездных поступлений. Также одним из вопросов повестки дня было обсуждение делегирования депутатов городского совета в состав рабочей группы по рассмотрению вопроса о реорганизации МУП ККП. Было предложено утвердить кандидатуры Сергея Чуприна, Дениса Куролесова, Александра Прокопова и Валентина Переходкина. Тем самым вопрос изменения системы ресурсообеспечения Десногорска будет находиться на контроле не только сотрудников администрации, но и народных избранников. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.